Скажи несколько интересных историй или случаев из детства девочек. На самом деле историй было очень много, но я, пожалуй, расскажу самую интересную, веселую историю. В общем, мы ездили на всероссийский турнир «Веснушки» в город Владимир и жили там на квартире. После того, как закончилось опробование, Лариса Викторовна Белова осталась на жеребьевку, а мы пошли домой. Пришли домой и ждали Ларису Викторовну, чтобы покушать. Но нам делать было нечего, мы решили поиграть в прятки. Там был такой угловой диван, и Дина сказала, что она вот уберется вот в эту дырочку между стенкой и решила туда спрятаться. Но я не была, ну, я не играла, я просто наблюдателем была. И, в общем, позвонил домофон, это уже пришла Лариса Викторовна. И Дина стала влазить, и она понимает, что она застряла. У нас оставалось несколько секунд до того, чтобы Лариса Викторовна не увидела, что сейчас происходит. Дина сначала очень смеялась, но потом начала плакать и я, и мы все что угодно делали, чтобы вытащить Дину. Но нам повезло, что домофон не сразу сработал, и Лариса Викторовна пришла только спустя 5 минут. За это время мы успели вытащить Динку, и потом, конечно, сейчас это все вспоминаем, ну, со смехом, но на тот момент нам было очень не смешно.